Нет, звук ты не слышал? Может, саму-то? В общем, мы вставили магнитный преобразователь на вход холодной воды в котел для того, чтобы на теплообменнике вторичном не образовывалась накипь, когда мы включаем горячую воду, душ там, посуду моем постоянно и все такое. Иногда здесь вставляют такую прозрачную колбу с полифосфатным, так называемый фильтр с кристаллами, который смягчает воду. Магнитный преобразователь, вот мне пацаны из Гигаза порекомендовали, потому что ничего заменять не надо, кристаллы менять не надо. Как он устроен? По-моему, он что-то там меняет полярность ионов вот этой извести, которая в воде содержится, и они к стенкам теплообменника, к металлу не откладываются за счет этого, пролетают мимо. Чуваки сказали, что уже 5 лет вот дома у него стоит такая штука, и нормально, накипь на котле ни разу не образовывалась. Посмотрим. Можно стеклянную колбу за 200 рублей ставить. Бывает за несколько тысяч. Вот эта штука 2000 стоит. Ну, еще один кран вставили выше и ниже.